День народного единства и Казанской иконы Божьей Матери отпраздновали в Свято-Троицком храме уральского города Арамиля концертом духовных песнопений и народно-патриотических песен. Выступление хора Екатеринбургской духовной семинарии состоялось по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Свято-Троицкий храм Арамиля имеет богатую историю. Он был построен в конце 18 века на месте ранее сгоревшей деревянной церкви. Нынешнее трехпредельное каменное строение было заложено в 1830 году. И через 8 лет осветили левый предел в честь Рождества Пресвятой Богородицы и правый в честь пророка Илии. В советские годы церковь была закрыта, колокольни и ограды разрушены. В начале 90-х храм возвратили верующим и сразу в нем возобновились богослужения. Большая работа за эти годы проведена по восстановлению. В День народного единства новый настоятель храма, священник Игорь Константинов, приготовил настоящий духовный подарок для своих прихожан – концерт в исполнении мужского хора Екатеринбургской духовной семинарии. В сегодняшний день мы решились услышать, спеть в этом храме не только молитвословие, но а также какие-то казачьи, патриотические песни, песни военных лет. Для того, чтобы напомнить нашим братьям и сестрам о том, насколько велик и могуч русский народ. Даруй, Боже, благодать, не лгать, не лгать. В радой жить и в радой стать. Господем, а ты же могил, благословен плоти Твоего. На концерте даже сам настоятель, отец Игорь, исполнил несколько сольных партий. Нет для меня цветут сады, но вине роща расцветает. Для прихожан небольшого города концерт мужского хора Екатеринбургской духовной семинарии стал запоминающимся событием и настоящим духовным праздником. Очень порадовало. Отличная вокальная подготовка хористов, вот, единение, общий как бы, дружественный настрой, атмосфера любви, атмосфера теплоты. Вот, по-новому открылся как бы, талант нашего настоятеля, недавнего настоятеля отца Игоря. Вот, до слез щемело сердце вот, при его сольных вокальных партиях в романсах. Вот, очень-очень довольна концертом. Я считаю, очень полезная встреча. Дай Бог, чтобы в Арамиле это стало традицией. Я думаю, впечатление останется надолго. И будет очень радостно, когда это повторится. И когда дети у нас будут это слышать, я думаю, то, что сейчас звучит с телевизора, им будет неинтересно. Мужской хор, который пел так здорово, так, ну вот просто душа ликует. И вот сегодня наш отец Игорь порадовал своим чудным голосом. Это так петь, это так замечательно. Я думаю, что в дальнейшем люди потянутся в наш храм. И я очень прошу, чтобы люди, наши арамильцы, пришли в наш храм, чтобы жили в нашем храме душой, всем сердцем принимали нашу православную веру.